Выставка динозавров. Однажды Компот увидел на обложке журнала рекламу выставки динозавров. Ой, смотрите, у нас в городе проходит выставка динозавров. Я так их люблю, давайте сходим. Я бы тоже посмотрел на этих чудищ. Я тоже, это будет так здорово. Мне очень жаль, котятки, но это журнал за прошлую неделю. Уже закрылась. Но если выставку будут проводить снова, то мы обязательно на нее сходим. Компот очень расстроился из-за выставки динозавров. И Коржик с Карамелькой решили его отвлечь. На детской площадке котята о чем-то договорились. Коржик и Карамелька пошли домой, а их друзья отправились готовить сюрприз для Компота. После обеда Компот снова собрался почитать книгу про динозавров. Из проволоки и бумаги под руководством Компота котята сделали новых динозавров. И теперь они выглядят почти как настоящие. Наша выставка динозавров открыта! Да! Вот это да! Как живые! Выставку динозавров. А другие котята смогли получше узнать этих древних ящеров.